Сегодня меняем кран на подводке на горячей воды, но стояк тут не перекрыть, потому что циркуляция тут хитрая на этом доме. Она разделена пополам, одна половина и вторая половина. И чтобы наверху закрыть циркуляцию, она закрывается только в одной квартире. Так что сливаем полностью дом от горячей воды. Так, это подача холодной воды на теплообменник. И так, где у нас вот это выход горячий. Открываем сбросник. Я сейчас водичка сольется и пойдем в квартиру перепаяем. Еще отключим насос на циркуляцию. Ну ладно, у нас тут дел немного. Обогрев закрывать не будем. Он сам должен закрыться. Да? Тоже закрыт обогрев у нас. Или закроем. Ну давай закроем. Чтоб не сгорел. Теплообменник. Хотя зачем ему не будет? А это не на чем это тоже наполовину идет, да? Ну пусть еще. Тогда уж до полного счастья есть циркуляцию. Можно открыть, да? А я в тапочках. Ну, а там нет ничего. Ладно, стекает. Идем паять квартиру. Так, ну вот этот кран поменять. Сейчас разрезали. Труба армированная. Будем зачищать. Вот такой зачисточкой. Ну вот, все зачистилось, труба чистая. Сейчас краник сюда впаяем. Ну, сейчас маленько остынет, можно воду включать. А то весь дом без воды, без горячей. И будем дальше продолжать. Дальше обрежем здесь и выкинем старый кран. Ну ладно, ждем нас. Так, чтобы там поудобнее паять, снимем. Водосчетчика вернем фильтр с краном со старым. Так. Легко сказать, конечно. Ух ты. Так, надо держать плечом там как-то. Подлезешь еще. Не там, где хотел. Поворачивался. Наплевать.
что сделать. С той стороны, с той стороны. Вот. Если что, тут вот так вот. Все. Попробуй подлезть. Сейчас обрезаем краник, впаиваем сюда муфту с кусочком трубы и ставим на место. Так, отрезаем ненужную. Палец отрезаем. Ну, ты решил так. Смотри. Чтоб не было. Ну, да, да, да. Чтоб не было. Главное, не было войны. Такая тут медейка. Был 16-й металлопласт раньше. Можно вот это отрезать? Видишь, уже все отмерено. Чудеса. Ну так я ж работаю, наверное. Да вижу я. Видишь? Ну, ты где-то проходишь, задаешься. Работаешь. Я работаю, да. Спринтером. Мы не имеем дело с спринтерами. Нате, поедьте. Нате. Вот именно, давай. Может сначала как-то этот муфту не суй. А просто туда сейчас чем-нибудь прижми ключом. Вот мы сейчас муфту все уделаем. Так она короткая. Короткая, говорю. Вот эта фигня короткая. Вот так вот. Бьемся мы. Давай подержу. Я руками буду ставить. Не надо. Не надо? Сейчас. Если зайдет, будешь держать. Сейчас. Уже зашло, нет почти? Все, можно муфту. Давай. Что держать-то? Сколько не держи. Какой ебальник. Вот порнография это, да? Угу. Ну, пусть чай будет. Что делать-то? Там сейчас этот ослиный глаз будет. Ты правильно хоть запоел-то? Откуда я знаю? Как получилось так и запоел? На 45 градусов провернуть. Так, ну и теперь все туда, в новый кран. Дуется? Нет. Хорошо. Что? Фильтр? Почистить хочешь? А, нам какая разница? Первый этаж. Почти. Лезем? Нет. Скорее стоит, стоишь. Ну ладно. Так. Не грехни, как дед старый. Не грехни, дед старый. Все удобно же у нас тут. Тебе шланг откручивал тут? Нет. Он капает. Он просто провернулся в бок, я его начал в сторону отводить, и он закапал. Наверное, прокладочка там съехала. Поправим потом, наверное, если не забудем. Бычий глаз будет там. Или ослиный нос. Так, ну ладно, остывают и собираем все это, лебедим. А вот такой кран стоял там внутри. Посадочное место полипропиленовое получается. А здесь не резинка, а латунный клапан. Просто как бы притирочный. И вот он не держал. В общем, мы не знаем, хозяин сказал, что не держал. Ну ладно, поменяли, поменяли. Так, вот включили, все нормальненько, нигде не капает, водичка бежит, даже не закрывается. Ну, это смеситель под замену, его из-за этого крана меняли, что хотели поменять смеситель, а кран не держит. Так, что с водичкой? Ну, вот течет грязнюхонькая, конечно, ну дома включали, поэтому грязная. Холодная, тоже плохой напор, видимо, аэратор забитый, но это же нам
интересно. Здесь. А ну-ка закрой воду-то. Закроется, нет? О. Все. Все работает. Можно менять смеситель. Можно даже тумбочку обратно не двигать. Да? Все равно будет хозяин менять. Ты что там творишь? Муфту? Ой, муфту. Это как я? Клипсу? Так она не влезет. Я же 20-я. Там 20-я была. Да кому? Кому на муфту-то? Не надо, да, открывать. Открывать-то не надо. Ну, как хочешь. Ну ладно, все, вот закончили. Маленько, на этот. Че ты пихаешься? Я держу, чтобы на меня не наступило. Ой, ты как ты махнешься. Ладно, ребята, все, уходим. Так, в этой квартире клинит клапан на основной бачок. Сейчас его поменяем на новый. Хотя и там не старый стоит. Но все равно он зависает и бачок не набирается. Мы уже помыли. Вот он. Виснет. Сейчас поменяем на другой. Хотя он такой же. Но что делать? Может прослужит. Мы этот снимали, чистили его от ржавчины. Он опять его ржавчины. В общем, сейчас поставим свежий. Резинки остались. Новые поставишь? Ну давай. Он точно такой же, да? Не точно? Качество. А, смотри, тут какой-то этот поплывок другой. Ну-ка, поставь рядом. Конечно. Ух, ё. Это японский. Так он упирается в дно. Нет, это ничем. Ножик надо, да? Угу. Но все равно будет упираться, мне кажется. Так, ладно, сейчас посмотрим. Почему упирается? Вот так вот сделаю. Оно никак не регулируется, да? Никак. Сейчас ножик испрошу. А дайте ножичек. А, глухая. Сейчас. Отпилим и включусь. Вот почему их не делают регулируемые? Да? Был бы регулируемый. Ты бы себе ногу не обрезал. А так сейчас хрящик. Терапалчик. Сядь ножку. Терапалчик. Все руки и только пальчик. Руки, от скуки на все руки. О! Дудочку какую-то взял. Был бы острый ножик, уже давно бы был бы этот. Без ноги. Купила мама коника. Да? Ой! Так? Пал. Головой тюкнулся. Долго. Что там? Нету ничего? Ничего. Не видно? Ничего нету. Где? Нигде. Это может быть.
Мы там набрали на всякий случай. Не помню, какой ролик, боковой или нижний. Ну давай шустрее, что ты, как кота за хвост. Ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти. Блин, вот болты. Ведь ставили мы не так давно. Уже все заржавели. Вот так вот постоят. Пока. Так, так, давай. Ух ты. Бабушка испугается. Что-то мне кажется, вот эта байда не затянута, нет? Пиздец. Европейское качество. Чем угощает? Ну, плевать, он в крышку будет отбить. Я понял. А что? Не останавливает. Он должен вообще-то... Не знаю, я надавил туда. Так, уйди. Че уйди? Дай посмотреть, как что-то будет. Херня так какая-то. Ладно, сейчас распатрошим, посмотрим. Что-то какое-то странное. Непонятно. Что я тут не прямо в глаз мне. Опять запрещено. На поплавок не касается этого. Очка нету, да? Может, из-за того, что он так стоит. На кусочек. Так этих сюда бы переновидные прокладки, да, поставить? Нет. Смотрел. А давай ослабим и поставим его ровно. Не ровно его не поставишь. Ну, так, руками просто. Ну, делай всякие дребедения. Раньше какие простые были, да? Поднялся по полу, клапан закрыл резиночкой. Это этот какой-то пиленый, да? Не пилили, что ли, его смотрели? Уже бачок упирается. Да, палец почти, почти одно и то же, нет? Нет. Все, опять. Мне кажется, надо другой сюда ставить. Сейчас он наполнится и перестанет. Когда сейчас? Ну, когда наполнится. Через край потечет? Не потечет. Точно? Перелив сработает? Либо через вот это отверстие потечет? Ну не потечет. Даже два шланга зальем. Посмотрим, кажется, второй внизу магазин. Еще с электроникой. Я к тому, что это... Кто платить-то будет? А если он не остановится? Ну, что так и будет?
Теперь... Ты сейчас купишь, ты вот такой же купишь сейчас. Ты что такой же? Может быть. Не знаю. Наряд лифт проверим. Лифт, значит, лучше. Подожди, дай-ка я перекину. Что, будем надеяться или что? Да. Может, дать еще на полшишки? Чтобы ты там не был. Сейчас? Да. Давай. Все равно вот поднимается, это плохо. Что ты сделал? Ты наоборот прибавил. Я ничего не делал. Ну, короче, дрянь какая-то мне кажется. А ты там? А зачем ты там то сделал? Чтоб не хрюкало? Угу. Надо вам закрываться не будет. Хрюкает вот здесь. Вот это нехорошо. Чем я тут? Ну где-то вот здесь сбоку. Вот, наверное, здесь как-то. Не, мне страшно выставить все это. Да, ты и вот такой же купишь, нахуй что. Ну купим другой, значит, когда-нибудь потом. Так что ставим обратно старый, мы этот вот. Я бы дома себе не поставил такой. Все, давай, выкидываем его. Ну, ты нафиг он затопим какой-то. Все, снимаем. Все, ребята, закончили мы это. Изобразие. Как хотите. Не-не-не, это рисковать здесь нахрен. Заканчиваемся. И снова мы на этом многострадальном доме. Уже сколько мы тут? Раз, два, три, четыре, пять муфт впаяли. Сегодня будем шестую впаивать. Вот опять свищ небольшой. Можно было бы и хомут поставить. Но старший приказал муфту впаивать. Сейчас мы тогда распилим это дело и муфту впаяем опять. Это уже последнее будет. Больше некуда. Нет. Вот еще одно место есть. Еще можно сюда. А, так тут еще много. Еще много можно муфт напаять. Позвольте, ну, сэр. Что вам хотите делать? Паяльник включить, что ли? Ну, давай. Ладно, сейчас отключаем воду, сливаем. Распиливаем, припаиваем. Вот таким вот паяльником. Вот таким, а может не таким. Ну ладно, все, сливаем водичку. Целишься. Паять? Что-то вроде криво поедешь. Чем запахло? Криво. А я тебе ногу жгу. Что там вода-то? Полный труба. Давай,
Я открыл, вон там сбросник, воздушник, не видишь? Чего воды целая? Так где ты взял, что цена целая-то? Ну давай поедем пилить, как это? Субата до чего там скажу. Так, там уж не осталось. Да? Всякий биток. Может, привод не работает? Работает? Закрыт почти. Целый, туда. Ну, значит, там проснит забить вот тут. Чего я держу его? Я хотел трубу заснять. Кни туда. Куда? Труба кончается помаленьку. Тоньше и тоньше, да? Ну еще ничего, нормально. Ой, да. Уже давно бы поменяли на все новое. Нет. Латаем тут. Ну что? А мы что-то взяли? Я в сумку бросил. В сумку бросил? А сумка там в мастерской, да? Да. Нет, тут. Таратута. Нет рукавицы. Ничего. Че все? Да, высохнет. Момент. Момент амора. Хочешь? Он тебе звонит, любимый мастер. Мастер. Так, прервемся. Водичка стекла. Запаиваем муфту. На трубу где трещина. И не будет свищика. Будет прорыв. Ну вот. Это вроде не затянуто. Насадка. Ничего страшного. Главное нагрелось. А там уже нам насадку эту на. Все уже. Так я хочу вылезти. Ух ты. О. Давай. Ровно? Шикарно. Там у тебя этот шарик. Ну вылей ты из воды, то есть насадки воду. Во. Шарик у него. Который. Не ну, зачем? Чтобы больше не а чтобы больше не паять, так и так не будем паять. Тут останется чуть-чуть. Липс. Ну давай сейчас здесь отпилим тоже. Так надо держать. Или сам? Сусам. Вот так, да. А вот если 10 раз позвонить, ты возьмешь, да? Что-то все в кривь и в кость. Так, подожди. Надо вот это сюда толкать. Во. Теперь хорошо почти. Верхняя труба. Как над ней? Другая у вас над ней человечества.
замечательно. Это ты мандражируешь, так что ли? Нет. Труба. Это уже теперь не труба, это уже муфты. Сейчас свет включит. Так. Ну что ж. Вот тут надо крепление теперь переделать. Вот это. Проволочку. Да. Ее перевязать даже вот на ту сторону теперь надо как-то. Нет? Это легко. С той стороны этого тройника. А что тройник почему тут загрузки зачем? Что-то было тут. Краник. Ну вот. Все, закрываем крантики. Воздушные очки. Сбросничок. Чок-чок. А где холодная вода? А, вот это, да? Ну, горячий, у тебя закрыт выход. Вот это, да, горячий выход. Ладно, включаем. Сухо? Что это значит? У. А это что за иероглифы? А, когда поставили, что не пойму, что 12, 23. В декабре 23-го года ставили? Возможно. Ты как раз был на больничном. Тут тогда все погорело там у них. Ну ладно. Включаем горячую водичку. Она сейчас будет у нас циркуляцию перепускать. Что будет? Циркуляцию как раз сейчас будет перепускать. Вот эту. А, вот это будет она. Спустник-то я открою. И кран открою. И кран надо открыть. Это не держит? А, не вез, держит. На удивление, даже вода не грязная. И горячая сразу. Смотрите. Это мы оперативно сделали все, не успела сниться. Мы все, насос включил? Да. Точно? Да. Проверяй, ну проверяй. Включено. Что ты, подожди! Я еще не закончил, ты уже свет выключаешь. Надо, не стучи. Надо досконально все проверить. О, привод даже работает. Ну, красота тогда. Ну, ладно, уходим отсюда.